Губернатор Олег Кожемяк открыл всероссийскую конференцию для предпринимателей «За бизнес. Рейтинг регионов. Приморский край». Масштабное мероприятие стало площадкой для прямого диалога делового сообщества. Представители органов власти и правоохранительных органов федерального, регионального и муниципального уровня, а также отраслевых общественных организаций. Такой открытый диалог позволяет глубже понять проблематику бизнеса, более отчетливо выявить те проблемы, которые сегодня являются, наверное, актуальными и не могут пока решиться в законодательном плане. И здесь те предложения, которые звучали непосредственно от представителей деловых сообществ, от предпринимателей, я думаю, лягут в основу в том числе принятия решений и на краевом уровне, где-то они должны быть приняты на федеральном. Такие диалоги должны быть, они позволяют бизнесу чувствовать поддержку государства. В рамках конференции правительство Приморья в лице губернатора Олега Кожемяка и автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей за бизнес.рф» в лице генерального директора Ильины Сидоренко подписали соглашение о сотрудничестве. Для нас и для Приморского края, мне кажется, это большой шаг, который свидетельствует о явном и очевидном желании взаимодействовать и укреплять предпринимательский климат. И сегодня по всей работе, которая делается, в том числе Олегом Николаевичем, в регионе, она нас убеждает в том, что Приморский край является одним из динамично развивающихся регионов, особенно с использованием тех природных богатств и той ориентации власти. И сегодня, когда власть в лице губернатора выражает готовность сотрудничать с платформой, мы воспринимаем это не иначе, как полную и открытую готовность на минимизацию, устранение и предупреждение всех возможных фактов силового давления на предпринимательство. По словам губернатора Олега Кожемяка, власти и бизнес сегодня думают об одном – как сделать лучше своей стране. Сделать так, чтобы у инвесторов был обширный горизонт планирования, чтобы предприниматели чувствовали защиту власти, могли работать и развивать свой край. Артем Белов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.